Привет, друзья! Хороших всем выходных! Еду на тренировку, буду тренировать Аллу и поприседаю немножечко. Частенько мне сейчас задаете вопросы, почему мало тренировок наверх тела я выкладываю именно своих. Все дело в том, что вы знаете, у меня серьезная проблема с плечевыми суставами, особенно с левым. Я, конечно же, продолжаю тренироваться, работаю все равно с серьезными весами для большинства простых посетителей тренажерного зала, но это уже не те веса, к которым я привык, но все равно продолжаю пахать. Из-за того, что плечо у меня сейчас ухудшилось, состояние его очень сильно, я не показываю вам тренировки, потому что техника выполнения сейчас у меня некорректная. То есть она настолько индивидуальная сейчас именно для меня, потому что я не могу не тренироваться, вы знаете. И я нахожу тот маленький участок амплитуды для своего сустава, где я меньше чувствую боли и дискомфорта. А болит у меня сейчас постоянно, вообще постоянно. Иногда сильно, иногда не очень. Просыпаюсь я не потому, что выспался, а потому что болит сустав. Решил все-таки делать операцию. Пробовал сейчас гормоном лечиться, но разорвана уже практически вся ротаторная манжета плеча. А вы знаете, что сустав состоит наш плечевой, непосредственно держится это именно ротаторы, мышцы вращательной манжеты плеча. И у меня они практически полностью разорваны. 2 года назад еще я делал МРТ, и мне показало тогда что-то около 70% разорванных мышц, мышц ротаторов. Сейчас у меня, да и в принципе давно уже, я еще в России, когда жил, делал рентген. Врачи этого, конечно, не знают, я сам вычитал, как, что нужно сделать. Сделал обычный рентген, потом уговорил специалиста, который работает непосредственно с аппаратом, и притащил с собой гантель, взял ее в руки, 20-килограммовую гантель, сделали рентген еще с весом в руке. Уже тогда, это было, наверное, лет 10 назад, если не больше, показало, что плечо, сама кость выходит из сустава, опускается, держится только на мышцах дельты. Не путайте дельтовидные мышцы и вращательную манжету плеча. Когда вы тренируете ваши дельты, вы не тренируете вращательную манжету. Когда вы делаете различные жимы, тяги, вы тоже не тренируете вращательную манжету плеча. Именно поэтому я всем дуракам, которые продолжают делать упражнения гильотина, говорю не делать этого, чтобы не было проблем с суставом. Не забывайте, что плечевой сустав самый подвижный, и именно из-за этого, благодаря этому, самый подверженный травмам. Нужно быть очень и очень аккуратным. Обязательно на каждой тренировке, жимовой тренировке, неважно для груди, для грудных мышц она будет у вас или для дельт, выполняйте упражнения на вращательную манжету. Вес там совершенно не важен. Важно техническая составляющая. Как это все делать, у меня есть и статьи, и видеоролики на канале Heavy Metal Gym на YouTube-канале. Обязательно зайдите туда, посмотрите, изучите. Вот в четверг я уже был на этой неделе у хорошего специалиста, который занимается, хирург, именно оперированием спортсменов, бодибилдеров в том числе. Я знаю 2 человек, которые у него оперировались, правда, на локтевых суставах, но ребята очень довольны. Все прошло на ура, быстро восстановились. Один из них, канадский мой друг Тайлер, он вот выступал на одном из самых крутых здесь соревнований в национальном чемпионате. И должен был занять 1 место. И это не та ситуация, когда что вот действительно там судьи, это, что это все субъективно. Нет, здесь
тоже присутствует элемент, не знаю, не коррупции, но вот гнилой элемент. Почему? Потому что три судьи поставили этого человека, или четыре, не помню точно, на первое место. А всего один судья поставил его не на второе, не на третье место, понимаете, а на пятое. В итоге Тайлер стал вторым. Но это не умаляет как бы его заслуг, заслуг доктора. Вернемся к моей ситуации. Я ходил к этому доктору на консультацию, брал с собой снимок МРТ, пускай двухлетней давности, неважно. Он, осмотрев мой снимок, сказал, что необходимо сделать специальное МРТ. Вот я в четверг записался, пойду сделаю МРТ с контрастом. Что это такое? Это когда вводится в кровоток специальная жидкость, окрашенная жидкость. Ждется определенное время, пока она попадет по кровотоку в мышцы сустава моего. И делается МРТ. МРТ на контрасте. Тогда хирург, хороший специалист, увидит четко, какую операцию и нужно ли делать операцию. Чтобы вы понимали, операция такая в Америке стоит больше 30 тысяч долларов. Если у вас хорошая страховка, а у меня нет вообще страховки никакой, то операция такая вам обойдется где-то в 6 тысяч долларов. Ну, только операция, не считая МРТ. Этот доктор по знакомствам, естественно, также я буду платить наличкой, сделает мне такую операцию где-то за 15 тысяч долларов. Чтобы вы понимали разницу, да, в ценах, разницу вообще в подходе. И если вы думаете, что в Америке не решаются ситуации по знакомству как-то или еще по-другому, то вы ошибаетесь. Почему? Потому что МРТ, вот на контрасте, который я вам объяснял, стоит везде, куда я не обращался, 1300 в районе этого, 1300 долларов примерно. Но МРТ, которое я делал раньше, кто смотрел мои ролики, когда я ходил к доктору Брайсу, очень известному терапевту, можно так сказать, доктору, который занимается восстановлением, профилактикой от различных заболеваний, спортсменов именно. Он позвонил в одну из клиник и договорился, и тогда простое МРТ стоило мне не 500 долларов, а 250. И сейчас, обзвонив все клиники, я тоже обратился к Брайсу, мы с ним хорошо общаемся, и он позвонил своим друзьям, и мне стоило это опять гораздо дешевле, но уже дешевле не на 250 долларов, а на 1000 долларов. То есть я заплачу не 1300 долларов, а 350 долларов где-то. Я вас буду держать в курсе, если кому-то это интересно, просто чтобы вы понимали, как, что происходит, какая будет операция, как она будет проходить. Займет восстановление после операции моего сустава где-то от 6 месяцев. То есть первые 6 месяцев я не буду давать нагрузку на сустав вообще. Буду ходить в специальной утягивающей повязке, манжете. Но это не значит, что я заброшу тренировки, друзья. Вы знаете, я крейзи в этом плане, не могу без тренинга. Как минимум я буду продолжать приседать, буду тренировать голени. А вы знаете, что тот, кто приседает, имеет большой потенциал, и именно тот хорошо развивается и в плане мышечной массы, и жиросжигания. Разговаривал со многими специалистами. Вчера только разговаривал на эту тему со своим другом и тренером Густаво Бадалом. Вы знаете его, этот человек два раза буквально недавно был третьим на Олимпии. А это огромный показатель. Это, наверное, не наверное, это точно самый грамотный, самый высокий специалист, с которым я когда-либо общался, который достигал каких-либо самых высоких целей.
Третье место 2 года подряд на конкурсе «Мистер Олимпия». Это, поверьте, огромнейший показатель. Он мне сказал, чтобы я не расстраивался. Говорит, наоборот, будешь приседать, наберешь мощнейший потенциал еще потом, к последующему росту, набору мышечной массы. И, говорит, глупые люди, те, кто не приседают. Вообще, неважно, парень вы, девушка, хотите вы похудеть или набрать мышечную массу, основное и лучшее для вас упражнение, друзья, это приседание. Но и это еще не все. Я буду тренировать только правую часть. То есть я буду качать грудную мышцу, буду давать нагрузку на правый дельтоид, буду нагружать трицепс, бицепс, широчайшую. Слава богу, сейчас у нас в залах огромное количество тренажеров, позволяющих работать на одну сторону. Чем это хорошо? Ну, появится легкая диспропорция, да, но я ее потом быстрее восстановлю, ежели я не буду тренировать вообще. А еще есть такое исследование, и все врачи, реабилитологи знают это. Когда вы тренируете, к примеру, правую руку, да, и правую ногу только, не тренируя совершенно левую руку, левую ногу, то мозг так устроен, все равно подает сигналы, и мышечные волокна получают иннервацию другой неработающей руки тоже. Поэтому говорят, что движение – жизнь. И я не собираюсь просиживать жопу, находя себе оправдание, да, или причину в том, чтобы не тренироваться, потому что я прошел такую серьезную операцию. Если, дай бог, я договорюсь, найду такие деньги, чтобы это все оплатить. Но я думаю, что все будет хорошо. Поэтому, друзья, никогда, что бы с вами ни происходило, не случалось, не вешайте голову, не впадайте в панику. Не включайте негатив. Запомните, любая ситуация, с которой вас сталкивает жизнь, идет только вам на пользу. И ни вы, ни я, никто из нас не может сказать точно, какая позитивная составляющая этого. Но поверьте, скорее всего, других вариантов у жизни не было, чтобы привести вас какому-то положительному варианту, который вам в жизни необходим, который вы, возможно, просите у вашей жизни. Это главная философия, это самое главное, что вы должны понимать, что все мы должны понимать. Мы гораздо глупее, чем этот мир. И когда мы что-то думаем негативное, когда мы пытаемся, возможно, подсказать миру, как и что нужно было сделать, поступить, мы только мешаем себе, мешаем миру помогать нам. Ну что, друзья, я уже приехал. Если у вас будут какие-то вопросы, если вы захотите, чтобы я что-то осветил более подробно, обязательно пишите в комментариях. Обязательно ставьте лайк, если вам нравится, пишите, что нравится. Еще более важно для меня, не стесняйтесь, ставьте дизлайк, если вам не понравилось. Но напишите конструктивно, что вам не понравилось, а не просто, что это полная хрень. Кто пишет хрень, еще подобное, то это он описывает свое состояние души. Если человек пишет говно, то это он описывает, что у него в голове, что у него в душе, что он ест, что он выдает в этот мир. Понимаете? Будьте всегда на позитиве. Не обращайте внимания на говно. Как говорится, не стоит метать бисер перед свиньями. И, кстати, не забывайте, что конкурс на название моей новой книги для женского тренинга продолжается. Скоро, уже в следующем году, в начале года, выйдет эта книга. Книга будет очень-очень полезна любой девушке, да и парню, но обязательно к прочтению инструкторов, тренеров, всех тех, кто взял на себя ответственность тренировать, учить других людей. Не забывайте, что мою первую книгу «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак фитнес» уже можно купить и в печатном, и в электронном варианте. Я в описании к этому ролику оставлю ссылочку, где и как это сделать.
Всем пока! Тренируйся всегда и везде, но с головой. И тогда все у тебя будет хорошо, все у тебя будет на позитиве. Пока! Друзья, не пропустите! Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступай в мою закрытую группу профессиональных тренировок. На каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.